А что это вы тут делаете-то? Эмиль, что ты делаешь? Что такое? Я усиленно готовлюсь к своему концерту 29 числа. А это что такое? Ну, как же, самое главное, рудименты потренировал, и автографы раздал, и в овациях искупался. То есть тебя будут просить автографы дать, ты тренируешься, да? Конечно. Можно даже на сцену не выходить. А, Антоний, а ты что делаешь? Что ты делаешь? Да вот, короче, надо что-то вот такое придумать. Интересную тему по поводу подписи. Фанаты задолбали уже, надо. Ага. Надо фанатов порадовать. Хоть что-то такое. Ну понятно. Ясно. Блин, а точно, 29 июня, мотокультура, фестиваль мотопряник, мы играем, это суббота, да, 29? Суббота. Будет крутая туз, всех ждем. Роцк.